В России отмечают Национальный день донора крови. Ежегодно в нашей стране более 1,5 миллиона человек нуждаются в переливании. Кровь и ее компоненты необходимы больным с тяжелыми хроническими и приобретенными заболеваниями, а также пострадавшим из несчастных случаев. Какие мотивы побуждают саратовцев сдавать кровь и где это можно сделать, расскажет Нина Цыпайкина. Владимир Гузанов – почетный донор. Он регулярно сдает кровь, вот уже 17 лет. За это время мужчина практически ни разу не жаловался на здоровье. Владимир – обладатель редкой группы крови, третий – отрицательный. Таких, как он, в Саратовской области насчитывается всего 7%. Мужчина признается, этот ритуал взаимопомощи уже вошел в привычку. И самый основной аспект, то, что почему я сдаю, в моем понятии, это вырабатывается как бы иммунитет у человека, да, то есть… Меньше болеешь, я не знаю, как с одной стороны там. С другой стороны, просто я сам понимаю, что действительно просто помощь другим людям. Я, если так разобраться, у меня уже столько братьев и сестер по крови здесь, по Саратову, по другим областям. Для того, чтобы стать донором, достаточно прийти в Саратовский областной центр крови, пройти медицинское обследование и ответить на вопросы врача. Если во время консультации будут выявлены противопоказания, человек не сможет стать донором. Каждое обращение донора в центр крови сопровождается консультацией врача. Существует ряд как абсолютных противопоказаний, при которых донор никогда не сможет сдавать кровь. И есть противопоказания временные, когда мы отстраняем на какой-то период донора, а потом он к нам приходит вновь и уже сдает кровь. Из абсолютных противопоказаний наиболее часто встречаются это заболевания сердечно-сосудистой системы, это заболевания желудочно-кишечного тракта, а также все тяжелые хронические заболевания, когда требуется постоянное наблюдение врача. Ежедневно в Саратовский областной центр переливания крови обращаются около 150 человек. А в некоторые дни количество желающих поделиться кровью доходит до 200. Как отмечают сотрудники медицинского учреждения, сдав кровь впервые, доноры нередко возвращаются вновь. Главный посыл – помочь. Вот оно идет, это у всех. Вот с кем даже разговариваешь, случайно ли в очереди или еще как-то. Основное – все-таки помощь. А все остальное это не столь важно. У каждого донора своя причина посетить центр крови. Это может быть несчастный случай, который произошел с близкими людьми, желание помочь совершенно незнакомому человеку, а иногда мотивом выступает забота о своем здоровье, укрепление иммунитета. Представьте, что вы сдали кровь 40 раз за жизнь. Таких щедрых людей удостаивают звание «почетный донор». Сегодня я решила приблизиться к своей цели стать почетным донором и сдать кровь в первый раз. В Саратовской области 8000 почетных доноров. Желающих сдать кровь, по словам медиков, с каждым годом становится все больше. И хотя недостатков крови и ее компонентов нет, ежедневный запас на областной станции должен быть не менее 1000 литров. Нина Цапайкина, Вячеслав Соленков, Саратов 24.